Во. Работает уже. Генисиск сегодня. Сегодня у нас 8 июня. Вот уже экскурсии даже есть. Вот начали работать лоточки. Арочка. И работает он все. Купальники сейчас пойдем посмотрим. Сколько людей. Но погода сегодня не очень. Там вот такие тучи. Там солнышко. Уже был дождик. Сейчас пойдем пройдемся с вами. Поснимаем. Сколько людей, что продают, что почем. Шлепки. Помните, кто смотрел наше видео? Это они шлепают. Я знаю, вот тут были плавки. Там были. И там были плавки. Поспрашивай. Не знаю, поспрашивай. Или дальше. Пойди ты. Я купальник дальше, вот там должны быть и плавки. Здесь? Нет. Я покупала купальник здесь. Здрасте. Здрасте. Купальники. Купальники. Почем? Не купальники, а плавки есть? Плавки есть. А какие они? Для плавки. Как у пловцов. Есть, мы просто купальники сейчас получаем. Там же люди есть, нет? А почему купальники? Это люди спрашивают от и до. Везти с собой или покупать здесь можно? От 200 до 600. От 200 до 600 гривен. Ну вот отлично. Много, как и в прошлом году, да? Много. Мы просто буквально много. Вчера кто-то спрашивал. Да, у нас новинок много. Ну вот разбираем сейчас. Ага. Так. Сувениры, сувениры. Сувенирчики. Купальники. Здравствуйте. О, такси. Сейчас мы вам спросим. О, сейчас такси спрошу. Почем? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит такси по Геническу от автовокзала? 30? По городу, хоть километр, хоть 5, 30 гривен. 30 гривен. А на ЖД вокзал 40. А с... На ЖД вокзал 40. Да. А с вокзала до Генгорки? Автовокзала? Ну, ЖД. До Генгорки сколько? Вот скажите мне, сколько до Генгорки, сколько... У нас до Счастливцева, сколько до Стрелкового? У нас тарифы, да? Сейчас. Да. Сейчас. То люди интересуются, все сейчас спрашивают. Сейчас я вам делаю. Проезд по городу. 30 гривен. Все последующие точки. 20 гривен. Плюс 20 гривен. Ну, плюс 20. Проехали, допустим, в ВТБ. Скупились, мы поехали дальше. Да, плюс 20 гривен. Дальше. Вы еще где-то остановились, еще плюс 20 гривен. Вот. ЖД вокзал. 40 гривен. Ну, тут у нас есть объекты некоторые. Да. Там разная цена. Так, это у нас Межгород, Херсоны, Киев. Так, так. Арабатская стрелка вот написано. Вот Арабатская стрелка. Ага. Вот начинается с первого пансионата. За мостом. А, вот. Ласточки на гнездо 60. Вот все, можно, да, так прочитать быстренько бегом? Сейчас, я вам прочитаю. Вот. 100 гривен арабатская стрелка. Арабатская это... стрелка. Арабатская стрелка, вот начало. Ага. Вот. Говоря, первый у нас прибой. Угу. Водолечебник. 100 гривен. Вот она. Водолечебник. Ага. Вот начинается 100 гривен. Ага. Вот. А, вот с прибоя начинается. Ага, 100, 100. И пошло дальше. Да, 110 подорожание. Арабатская стрелка. 110. Еще пока не 100. Райский. Папа де Море. Папа де Море уже 110. Уже 110 пошло. Этот самый как?
Мелиоратор, вон тоже 120 мелиоратор, уже. 120, этот как его? Так, сейчас сливка, чайка 2. Вот. Сейчас, чайка 2, 140. 140. Вот. 190, все, я уже поняла, я там дальше пошла. Вот, 190 крайняя. Это бригантина. Бригантина, 190. Азов. Азов 180, да. Так, сейчас лицо центр. 160. Угу. Хорошо, спасибо большое. До свидания, удачи. До самого второго тяжкика, до границы. Спасибо. Так, смотрим дальше. Вот. Как я и обещала, цены на жилье. Ой, на жилье, на такси. Здесь кафешки еще. Кафешки. Помните кафешка, которая танцует уси? Не работает еще, не работает. Сегодня, еще раз повторюсь, сегодня у нас 8 июня. 2019 год. Это 19-й год, ребят. Геническ сегодня. Валера стоит. Да. О, вот кафешка работает. Какая-то. Пройдемся, пройдемся. Вот столько людей. Я, в принципе, давай не в две руки. Давай в следующем. А, вот люди. Ну, я такси хоть узнала, все расценки, как и просили. Вот пляж. Да. Сейчас к морю подойдем. Это мы спорим, а не на Балан. На основной канал, я на Балан 2. То просили, есть ли подъезды на колясках. Как эти называются? Спандеры, да, или? Не знаю, там ступеньки, на колясках. Тут нет. С этой стороны не заедешь. Сейчас единственное, что вот детский пляж, к которому можно подъехать. Ну, в смысле, добраться тут в воде без лестницы. Так. Вот детский пляж. Детский пляжик. Это после шторма. Видите, какой шторм был? 3 дня шторм был. Сейчас. Покажем вам, сколько здесь людей. Ну так уже. Вчера работает на прокат. Люди, ёбки. Это после штурма воды налило, да. Там берег был. Да, вот катамараны прокат. Вот людей. Сейчас там поближе подойдем, покажем. Ну, с учетом того, что сегодня был дождь и плохая погода, то людей еще так как бы нормально. Море. Прозрачное море. Так, Валера уже кого-то встретил. Да мы сегодня на 2 канала пишем. Валера на свой. Я на наш с вами. Что ты? Я так, чуть-чуть поснимаю. Да чуть-чуть поснимаю. Вот такой берег. Так, покажу вам выход к морю. Кто еще не видел, вот поставили лестницы. Травы нанесла. Вот такое сегодня море. Вот получается выход. Вот ступенечки. И здесь подъезд. Ну, то есть на коляске, не знаю, но может на коляске сможете проехать. Люди. Не знаю. Да. Вот песок, видишь? Это кучка. А, вот, они привезли опять песка. Да.
Так вон еще куча песка. Да. Люди отдыхают уже. Ну, ну засыпали? Засыпали. И смотрите, сколько еще куч песка. Сейчас подойдем, покажем. Массаж уже работает на пляже. Два комментария. Да. Пройди, вот пройди. Он. А тут лужа, смотрите, вон еще сколько песка. Молодцы. Нормально. Привезли, засыпят вам. О, так хорошо засыпали. Смотри, какой переход. Вот сейчас будут засыпать дальше. Смотрите, раз, два, куча, три. Какая разница? Главное, что песок есть. Главное, что вообще есть песок, Валер. Цвета. Главное, что не сорили, будет нормального цвета у всех. Валера купил плавки. Цены я вам говорила, какие. А, плавки от 150 для мужчин до 250. Сейчас пойдет померяет. Люди отдыхают. 2 часа дня. А, обед. Это еще удивительно. Слышишь, это еще нормально людей. 2 часа дня. Сейчас подсмотрим за тобой. Так что песочка привезли. Работает, вот первая кафешка работает. Ну, еще там, наверное, парочку. Песочек по всей рассыпет, класс. Запись видео. Запись видео пошла. Так. Короче, маленькие плавки. Валера сказала, что ему маленькие. Конечно, без привычки. Он 100 лет такие плавки не носил. Я говорю, ему хорошо, он маленький. Я говорю, ну снимай все. Вот плавочки, смотрите, стоят здесь. Какая-то столовка работает. И вот, смотрите, еще. Сейчас посмотрим. Душ. И вот такой вот душ. На пляже есть душик. Сейчас проверим, есть вода. Не знаю, проверь, а то сейчас меня как-то брызнет. Давай. Есть вода, а то я себя уже снимаю. Не, держи. С биркой, не торопись. Вот. Включи водичку, есть вода? Не мучай. Покажи или нет. Валер. Тут вообще нет ручки. А здесь? Нет еще воды. Нет воды еще. Снимаешь? Да, воды нет, еще нет. Нет воды, нет денег. Нет воды, нет воды, турники здесь. Ну, в общем, так. Как? Так что гинечек сегодня вот в таком у нас виде. Цены я вам сказала на купальники, на плавочки. Цены на такси сказала. Ну, я же говорю, родители скоро приедут. Пойдем на автовокзал. Еще там, может, автобусы какие-то ходят государственные. Так что все, ребят, всем пока. Всем спасибо за просмотр.